Очень положительные эмоции, очень долго готовился, настраивал себя. Очень рад выйти в стартовом составе. Спасибо Юрию Павловичу за доверие. Принял участие в нескольких голевых атаках команды. На установке что-то обсуждали, что ты должен подключаться к ним? Да, должен был смещаться и бить. Один раз ударил, и соперник поставил руку в пенальти. Второй раз Леша прокинул дальше, и я ударил с левой ноги, и он добил. В общей сложности это твой третий выход в составе «Локомотива» в этом сезоне. Дальше больше? Конечно, дальше больше. Очень много тренируюсь. Надеюсь, шанс еще будет.